Окей, мы начали. Ну что ж, добрый вечер, господа. Добрый вечер. Спасибо всем, кто пришел. Итак, сегодня мы хотим поговорить на очень непростую тему. Хоть я, кроме того, что я гид в Яд Вашеме, в качестве гида я работаю уже 10 лет. Эта тема стала интересоваться намного раньше. Она не остается быть, она продолжает быть очень сложной для меня. И очень много вопросов возникает. Тот вопрос, который сейчас был задан, собственно говоря, вот эта дата, 27 января. Откуда она взялась? Вроде раньше мы не слышали об этой дате. Так вот, дело в том, что, конечно же, по окончании Второй мировой возник вопрос, в какой день мы будем поминать мучеников еврейской катастрофы и героев. И были разные предложения. Например, из-за величия этой трагедии евреи предлагали, может быть, 9 ава, как правило, 9 ава мы отмечаем самые страшные трагедии, которые произошли с нашим народом. Но на 9 ава уже и так достаточно трагедий навешано. Разрушение первого храма, разрушение второго храма, подавление восстания Бар-Кохбы. Рабанут решил, что кадиш от тех, кто погиб, и день их гибели в Холокосте неизвестен точно, кадиш о них будет говориться 10-го Тевета. Это тоже день поста. И Йома Кадиш и Квали был установлен 10-го Тевета. Это приходится, как известно, где-то на конец декабря или на январь. Но те, кто выжил в восстаниях в гетто, в первую очередь в Варшавском гетто, они заявили нет. Мы хотим дату, которая символизирует в первую очередь борьбу, героизм. И поэтому Кнессет постановил, что 27-е Нисана – это дата, связанная с восстанием в Варшавском гетто, хотя это не день начала, не день конца восстания. Одна из дат – тот день, когда восстание продолжалось. Так вот, 27-е Нисана будет днем памяти жертв катастрофы и героизма. В мире, в других странах, было установлено несколько дат, например, в Австрии 5 мая, день освобождения концлагеря Маутхаузен, в Венгрии 16 апреля, это день 16 апреля 1944 года, когда евреи в Венгрии начали сгонять в гетто. И вот относительно недавно, в 2005 году, Генеральная Ассамблея ООН приняла решение, что Международный день памяти жертв Холокоста, он будет 27 января. Это день, в который советские войска освободили концлагерь Освенцим. То есть, как вы сами понимаете, у каждой даты есть своя коннотация, какая-то та или иная... свое значение, и об этом тоже можно спорить, но надеюсь, что никто не будет спорить с тем, что о том, что происходило, мы должны помнить всегда. Но даже назвать, вот теперь перейдем к следующему, как назвать то, что происходило во время Второй мировой с еврейским народом? То есть вот это вот систематическое, запланированное и тотальное уничтожение евреев на территориях, оккупированных нацистами, и на территориях их союзников. Каким словом это назвать? Например, уже во время войны евреи стали называть это хурбан в идишском произношении. Да, хурбан, разрушение. Но это название у нас связано в первую очередь с разрушением первого и второго храма. Поэтому было предложено использовать на иврите слово «шоа». Это слово, которое встречается в Танахе несколько раз, но оно достаточно редкое, литературное слово для обозначения бедствия, катастрофы. Поэтому на иврите используется слово «шоа».
В русском языке используется слово «катастрофа», но это слово не отражает того, что произошло. Там самолет упал, не дай бог, катастрофа. Здесь то, что произошло, это называется, это очень мало отображается словом «катастрофа». В английском используется слово «Holocaust», от греческого «Holocaust». Это жертва всесожжения. Но, на мой взгляд, вот это преследование и массовое уничтожение евреев немецкими нацистами и их союзниками-пособниками во время Второй мировой, нет ни одного слова, которое бы отразило бы весь ужас того, что произошло. Это один из тех случаев, когда все слова бессильны отразить сущность того, что произошло. Но поскольку мы люди, то пользуемся теми словами, которые есть. Я иногда использую слово «Холокост», иногда использую слово «катастрофа», прекрасно понимаешь, иногда использую слово «Шоа», прекрасно понимаешь, что ни одно из слов не отражает всей сути того, что произошло. И, конечно же, в этой теме можно говорить очень о многом. И поскольку наше время ограничено, то мы ограничимся сегодня освещением того, что происходило на территориях Советского Союза. Сначала надо спросить, а сколько же евреев жило там? Перепись показывает, что в 30-е годы 20 века на европейских территориях Советского Союза жило более чем 2,5 миллиона евреев. Это не учитывает тех евреев, которые жили в азиатских частях Советского Союза. Вместе с ними количество евреев немного превышало 3 миллиона советских евреев. Ну и понятно, что мы всегда прекрасно знаем, что есть дети от смешанных браков, которые предпочитали себя записать не евреями. Но надо помнить, что территории Советского Союза до сентября 1939 года не включали тогда независимые прибалтийские государства: Литва, Латвия, Эстония. Западная Украина и Западная Беларусь тогда были частью Польши, а Молдавия и прилегающая к ней часть Украины Бессарабия тогда принадлежала Румынии. И эти территории, которые я перечислил, они тоже были населены, а многие из них очень плотно населены еврейским населением. И, как известно, Сталин прекрасно уже понимает, что европейские державы, Англия и Франция, точно так же, как они, после того, как они предали Чехословакию, то он уверен, что они предадут и Польшу. Единственный, кто непредсказуем, это правитель Советского Союза Сталин. И Гитлер делает неожиданный для мира ход, подписывает со Сталиным соглашение, пакт Риббентропа-Молотова, которое, как мы знаем, официально это договор о ненападении, но на самом деле, самое главное здесь его тайная часть, это договор о сотрудничестве нацистской Германии и Советского Союза в уничтожении Польши. 1 сентября 1939 года немецкая армия вторгается в Польшу с запада, севера, юга, а 17 сентября 1939 года советская армия переходит польскую границу с востока, заявляя, что идет оказывать братскую помощь народам Западной Украины и Западной Беларуси. Таким образом, большая часть Польши оккупирована немцами, а восточная часть оккупирована советской армией. И вместе с этой восточной частью почти полтора миллиона польских евреев теперь становятся советскими евреями. Кроме этого, летом 1940 года Советский Союз аннексирует Литву, Латвию, Эстонию и требует у Румынии получать Бессарабию. И таким образом, когда мы говорим о евреях Советского Союза в годы Холокоста, то надо понимать, что в самом деле речь идет о разных группах евреев. Во-первых, это те евреи, которые были гражданами СССР
до сентября 1939 года, и таких на тех территориях, которые подверглись нацистской оккупации, на этих территориях жило примерно 2 миллиона 100 тысяч евреев, то есть большинство, потому что мы помним, что до революции евреи в основном жили на территории, в черте оседлости в западных регионах, Украина, Беларусь. А на территориях, присоединенных в 1939-1940 году, то есть Западная Украина, Западная Беларусь, Литва, Латвия, Эстония, Бессарабия, на этих территориях жило примерно 1 900 000 евреев. Кроме этого, из районов, которые Польши, которые подвергаются немецкой оккупации, на восток, в районы, которые подверглись советской оккупации, бежит около 300 тысяч евреев. Этим евреям, которые бежали от нацистов, зная об антисемитской нацистской политике, советской власти предложили выбор. Или вы принимаете советское гражданство, становитесь советскими гражданами, и таким образом, видимо, вы не вернетесь на те территории, которые оккупировала Германия, потому что Советский Союз и нацистская Германия подписали договор о дружбе и границе, то есть они считают, что это оба тирана, и Гитлер, и Сталин, конечно же, видимо, считают, что рано или поздно нанесут удар, каждый считает, что он его нанесет первым, но, видимо, Сталин, по крайней мере, пока что евреям предлагается принять советское гражданство и осесть на вот тех территориях, на которых они сейчас оказались. И это очень непростой выбор, потому что, с одной стороны, ни для кого не секрет антисемитская нацистская политика, но, с другой стороны, в этот период, то есть мы говорим о 1939 году, начало 1940 года, нету массового уничтожения евреев на территории Польши. Нацисты еще нигде не начали массового уничтожения евреев. И даже гетто в этот момент в Польше еще не создано. С другой стороны, на территории Советского Союза они очень быстро видят, что то, что они слышали о советском рае, действительность совсем не такая. И экономическая жизнь хуже, чем была в Польше. Но самое главное, свирепствует НКВД, преследуется религиозная жизнь, нет никакой политической жизни, кроме коммунистов. Даже если ты коммунист, как известно, это не гарантия того, что тебя ночью не заберут, и ты исчезнешь. И поэтому многие, ну и кроме этого, они убежали из своих домов. На родине осталась часть их родственников. И поэтому немалая часть из этих 300 тысяч евреев не хотят принимать советское гражданство. Они регистрируются и заявляют, что они хотят, когда появится возможность, вернуться обратно туда, откуда они убежали. Поскольку они нелояльны таким образом, неблагонадежны, НКВД их арестовывает, и их высылают в Сибирь, в Среднюю Азию, в Поволжье и в Архангельскую область. Кроме этого, высылают также неблагонадежных служителей, как известно, у евреев многие служители относятся к служителям культа, тех, кто занимался так или иначе политикой и не был коммунистами. А в действительности под эту в категорию подозрительных, которых надо выслать, могут попасть все, поскольку просто проводится политика высылки всех, кого подозревают, из вот этих вот свежеприобретенных территорий. И среди тех, кого высылают, в результате 250 тысяч евреев. То есть их хотели таким образом репрессировать, и репрессировали. И они там жили в очень сложных условиях, и многие умерли от голода, болезней. Но парадокс заключается в том, что именно тем, что их депортировали, их спасли. Те, кто остался, были практически поголовно уничтожены. Те, кто был депортирован советскими властями, большая часть выжила.
парадокс, но факт. Самая большая группа польских евреев, которая выжила, это те польские евреи, которые были депортированы во все те регионы, которые я перечислил, а после войны вернулись в Польшу. Подавляющее большинство из них после этого репатриировалось в Израиль. Таким образом, если мы подводим итог, на тех территориях, которые подверглись нацистской оккупации, проживало около 4 миллиона 50 тысяч евреев. Чуть более 4 миллионов. Из них были эвакуированы от 1 200 000 до 1 400 000, или бежали, или были эвакуированы. Таким образом, остались под нацистской оккупацией где-то, видите, от 2 650 000 до 2 850 000. А дождались освобождения советской армии всего лишь от 100 до 120 тысяч евреев. То есть не более 4% тех евреев, которые остались под оккупацией, выжили. Но на самом деле эти 4% это неправда. Потому что значительно, то есть примерно половина из этих евреев, которые пережили оккупацию, это евреи, которые жили на территории Транснистрии. Транснистрия, я запомню, напомню вам, еще и Бессарабия, да, за то, что Румыния была союзником нацистской Германии, немцы отдали ей не только Бессарабию, но и отдали ей всю территорию юго-западной Украины, Одесская область, всю территорию от Днестра до Буга отдали румынам. Румыны в 1941 году уничтожали евреев так же жестоко, как и немецкие нацисты. Но к концу 1941 года, когда началось советское контрнаступление под Москвой, румыны поняли, что это совсем не факт, что Гитлер победит. И в этот момент перестают уничтожать евреев. То есть нацисты продолжают уничтожать, а румыны перестают. На территориях, оккупированных румынами, евреи жили в гетто, в условиях очень тяжелых лишений и издевательств, но не было массового уничтожения. В Украине евреи знали, что если ты смог перебежать с территории, оккупированной немцами, на территорию, оккупированную румынами, то твой шанс выжить гораздо больше. И многие пытались это сделать. Если мы оставим отдельно будем считать Бессарабию и Транснистрию, где выжила почти половина евреев, то получится, что на всех остальных территориях, оккупированных нацистами, выжили менее 2% евреев. И эта цифра, она самая страшная из всех территорий, оккупированных немцами. То есть, если мы посмотрим на Польшу, там тоже выжили отдельные проценты, но все-таки более 2%. В Голландии выжило почти 30%, почти 30% евреев пережили нацистскую оккупацию. В Бельгии 56%. Во Франции более 2/3 евреев пережили нацистскую оккупацию. И возникает вопрос, почему именно судьба евреев из СССР была столь трагична? Ответ. Во-первых, массовое уничтожение началось именно на территории Советского Союза. После нападения нацистской Германии на Советский Союз, после июня 1941 года. То есть до этого в оккупированных странах Европы, в Польше евреев согнали в гетто, во всех странах евреи должны были носить отличительный знак, их всячески дискриминировали, отбирали их имущество, они были лишены своих прав, но не было массового уничтожения. Почему же массовое уничтожение начинается с июня 1941 года? Во-первых, поскольку, и это очень принципиально для нацистов, они борются здесь не просто с государством, они борются с большевистским режимом.
и все евреи отождествляются с большевиками. Да, термин, который любили еще белогвардейцы, жидо-большевики. У нацистов это было юдо-большевистский режим. Например, Гитлер еще в своей книге «Mein Kampf» пишет: «В русском большевизме мы должны видеть попытку еврейства установить мировое господство в 20 веке». Как известно, значительная часть местного населения, она выражала свое удовольствие тем, что немцы избавят от ненавистного большевистского режима. НКВД, колхозы, террор, все это исчезнет. А евреи, хотя многие тоже не любят большевиков, но с точки зрения нацистов, евреи равно большевики. Если ты хочешь разрушить большевистский режим, то уничтожь всех тех, кто ему сочувствует, а это включает всех евреев. Кроме этого, было известно, что война в Советском Союзе должна быть особенно жестокой. Немцы уже, когда готовили войну, понимали, что здесь, поскольку местное население должно быть на уровне слуг и рабов для немецкой нации господ, и исходили из предположения, что здесь понимают только силу и жестокость, поэтому еще 30 марта 1941 года начальник генштаба сухопутных сил вермахта Гальдер пишет: «Война будет резко отличаться от войны на Западе. На Востоке жестокость является благом на будущее. Командиры должны пойти на жертвы и преодолеть свои колебания». Дальше, когда уже подготовка к вторжению идет полным ходом, 19 мая 1941 года, директива по поведению немецких войск: «Большевизм – смертельный враг национал-социалистического немецкого народа. Германия ведет войну против его вредного мировоззрения и его носителей. Эта борьба требует бесцеремонного и энергичного противодействия большевистским подстрекателям, партизанам, саботажникам, евреям и полного устранения любого активного и пассивного сопротивления». То есть, обратите внимание, перечисляются здесь те, кто что-то делает против нацистских оккупантов, то есть подстрекатели, партизаны, саботажники и в том же ряду евреи. То есть все другие, чтобы подвергнуться репрессиям, они должны что-то сделать. Евреи, по определению, из-за того, что они евреи, должны подвергнуться репрессиям. Для нацистов не секрет, что немалая часть населения территории Советского Союза заражены теми или иными антисемитскими настроениями. И поэтому, если кто-то начнет преследовать евреев, то ему эта часть населения будет сочувствовать. Поэтому здесь прямая польза. Репрессии по отношению к евреям приведут к тому, что часть местного населения будет тебя любить и будет в этом тебе помогать. Ну и кроме этого, вообще историки спорят, в какой момент нацисты, Гитлер и его ближайшее окружение решили именно уничтожать евреев. Поскольку, например, мы видим все время, пока Гитлер управлял только Германией, наоборот, нацисты делали все, чтобы выдавить евреев из Германии. Делалось все, чтобы евреи покинули территорию Германии, никто их не пытался удержать. Дальше, когда оккупируют Польшу, то начинают разрабатывать план создать для евреев огромную резервацию в районе Люблина и туда всех согнать. Когда капитулирует Франция, возникает план выслать евреев Европы на остров Мадагаскар. По крайней мере, начинают работать над таким планом. То есть мы видим, что на этом этапе нацисты хотели удалить евреев из среды арийцев, но еще речь не шла о массовом уничтожении. Видимо, именно сейчас, в 1941 году, когда Гитлер чувствует себя на вершине успеха. Ведь тогда, в 1941 году, для Гитлера очевидно, что Советский Союз вот-вот рухнет. И также очевидно, что если Советский Союз рухнет,
то и Великобритания не устоит, а США еще в войну не вступили. То есть на этом этапе у Гитлера ощущение эйфории, всемогущества, безнаказанности. Никто его и его приближенных не будет судить за преступление. И, возможно, именно это наталкивает на очень простую мысль. Если мы можем сделать с евреями все, что угодно, то почему бы не сделать то, что раз и навсегда решит, как они придумали этот дьявольский термин, окончательное решение еврейского вопроса. Начинают на территориях Советского Союза именно потому что здесь изначально война очень жестокая. А всегда правило было, что отношение к евреям, оно на порядок жестче, чем отношение к другим категориям местного населения, чтобы все видели, что даже если вам плохо, ваше счастье, что вы не евреи. Смотрите, может быть гораздо хуже, вот так, как с евреями поступают. Поэтому евреям везде гораздо хуже. Например, все-таки евреям по отношению к евреям Франции не было такого брутального поведения, как по отношению к евреям Советского Союза. Недаром там нацисты предпочтут не устраивать массовое уничтожение на территории Западной Европы, а депортировать евреев Западной Европы в Польшу, в лагеря уничтожения, и там их уничтожать. Но здесь, на территориях СССР, здесь евреев уничтожают на месте. Но почему евреи не бежали? Да, я привел цифру от 1 200 000 до 1 400 000 евреев бежали или были эвакуированы. Но почему более 2 000 000 евреев остались? Ответ. Мы все знаем, что сначала немецкая армия движется очень быстро. Минск падет уже 26 июня. Многие евреи, которые пытаются бежать, очень быстро понимают, что немцы уже впереди и вынуждены вернуться. Те территории, на которых проводится плановая эвакуация, кого эвакуируют советские власти? Эвакуируют партийных работников и их семьи. Эвакуируют семьи советских офицеров. Эвакуируют работников оборонных предприятий. Евреи, они не являются той категорией населения, которая подлежит плановой эвакуации. При том, что власти-то, они уже обязательно получили информацию о том, что нацисты уничтожают евреев. Ну, скажем, можно поспорить, на каком этапе они могли получить такую информацию. Ну, например, Харьков. Харьков нацисты оккупируют в октябре 41 года. А уже 29 сентября 41 года произошло массовое убийство евреев Киева. И в Киеве было достаточно подпольщиков, оставленных советской властью, чтобы донести об этом. То есть не может быть, чтобы не знали в верхах о тех массовых расстрелов именно евреев, которые происходят. Те территории, которые были оккупированы немцами в 1942 году на юге Советского Союза, когда они рвались на Кавказ и к Сталинграду, там в этот момент в 1942 году уже прекрасно известно о том, что все евреи находятся в опасности, будут немедленно уничтожаться. Но при этом все равно они не советские власти не делают усилия этих евреев эвакуировать. Ну а сами евреи, почему они не пытаются бежать? Ну, во-первых, многие, да, бегут, но если ты не тот, кому помогают эвакуировать, то это совсем непросто, потому что поезда, не каждый может втиснуться, большинство не могут втиснуться в эти переполненные поезда, кроме того, что официально нужно было иметь основание, да, для того, чтобы сесть в поезд, разрешение. И перед лицом неизвестности, потому что рядовые это граждане не знают, что на самом деле делается по отношению к евреям. Почему не знают?
Да потому что с момента подписания пакта Риббентропа-Молотова, то есть с сентября 1939 года, в советских газетах не пишут ничего плохого о политике немцев в Европе. То есть с сентября 1939 до июня 1941 ничего плохого о немцах не пишется, потому что в этот период немцы, они друзья, нацисты, друзья, союзники. Ну, а потом понятно, что начинают писать очень много всего плохого, но именно те жестокости, которые делаются, совершаются по отношению к евреям, они не подчеркиваются. И вот люди, когда недостаточно информации, то обращаются за советом с людям, к людям с жизненным опытом, к старикам. Что говорят люди старшего поколения? Они говорят, мы помним немецкую оккупацию в 18 году, когда бушевала гражданская война, и мы помним, что немцы вели себя по отношению к гражданскому населению лучше, чем белые, лучше, чем петлюровцы, лучше, чем зеленые, и даже лучше, чем красные. Подавляющее большинство считает, что немцы, которые придут в 41-м, они не сильно отличаются от немцев, которые пришли в 18-м. И поэтому, поскольку альтернатива это бежать под бомбежками, под обстрелами, ну и антисемитов никто не убирал, все понимают, что в пути легче подвергнуться какому-то нападению, в то время как у себя дома ты знаешь, кого опасаться, ты знаешь, куда прятаться, у тебя есть квартира, которую ты можешь запереть, и поэтому очень многие предпочитают все-таки остаться. А нацисты усиливают антисемитские настроения местного населения своей пропагандой, обвиняют евреев в том, что они и есть коммунисты, то есть коммунисты – это евреи, евреи – это коммунисты. Сталин на самом деле, он орудие в руках международного жидовства. Евреев, мы это прекрасно знаем, обвиняют в терроре НКВД, их обвиняют в Голодоморе, во всех преступлениях советской власти обвиняют евреев. Вот такие вот прокламации, как вы видите здесь, «Бей жида, политрука, рожа просит кирпича». Десятки миллионов таких листовок сбрасывались с немецких самолетов на позиции советской армии над отступающими советскими войсками. И вы сами понимаете, что в ситуации дезорганизованности в 41-м году, когда кажется, что действительно все рушится, такие вот призывы убивать или сдавать жидов и политруков и сдаваться, очень многие так и поступали. И вот тут, когда мы прекрасно знаем, миллионы советских солдат и офицеров попадают в плен к немцам в 41-м году, здесь, этого тоже не было в других странах Европы, именно здесь особое отношение к пленным евреям. Надо знать, что в Европе, когда, например, польская армия, те подразделения, которые сдались немцам в 1939 году, их держали, ну, рядовых вообще отпустили, а офицеров держали в лагерях, в том числе и евреев. Парадоксально. Если ты польский офицер, это насколько все запутано в истории, то есть если ты еврей, польский офицер в 1939 году, то тебе лучше было сдаться немцам, чем русским. Потому что если ты польский офицер, еврей, который сдался русским, очень может быть, что твоя жизнь закончилась в Катыни или в других аналогичных местах в мае 1940 года. А если ты сдался нацистам, то тебя кормили в лагере для военнопленных даже тогда, когда твою семью те же самые нацисты уничтожили. Тем более, если ты еврей-солдат во французской, голландской, бельгийской армии, то ты в плену у нацистов дожил до конца войны. А вот здесь, в Советском Союзе,
сразу же приказано отделять евреев и комиссаров и на месте их расстреливать. То есть есть приказ о комиссарах, но вместе с комиссаром приказано уничтожать всех евреев. Во многих подразделениях есть физиономисты. Очень часто это немцы, фольксдойчи, выходцы как раз из советских территорий, которые по лицу отличают евреев, выводят их из строя, чтобы их расстреливали. Ну и, к сожалению, очень многие сослуживцы выдают, видите, здесь свидетельство Нудельмана о гибели его брата, он узнает, что школьный товарищ брата он выдал, потому что когда было приказано всем комиссарам и жидам выйти из строя, то брат не вышел, и этот друг, который стоял рядом с ним, он его сдал, а потом по приказу немецкого офицера он же его пристрелил. И даже если человек смог пройти вот эту вот первую селекцию, то и потом в лагерях военнопленных продолжались попытки выявить евреев. Были стукачи, да, все знали, что получат премию, если выдадут евреев, и поэтому мог попасть, как вот свидетельствует майор Полий, что на самом деле даже потомок крещенных евреев, даже тот, у кого жена еврейка, даже он мог попасть под раздачу и тоже быть расстрелянным в категории евреев. И всего примерно 80 тысяч военнопленных советских евреев были расстреляны. И также вот это вот отношение немцев к евреям, оно было причиной, одной из причин того, что кто мог скрывать свою национальность, скрывал свою национальность в советской армии. Конечно, были причины просто антисемитизма, но еще очень веская причина. Все знали, что если ты попадешь в плен и знаешь, что ты еврей, то, скорее всего, твоя жизнь оборвется сразу. И поэтому вопрос, сколько евреев воевало в рядах советской армии, мы знаем очень приблизительную цифру, по отношению ко многим мы не знаем, тем, кто скрывал свою национальность. Ну, особенно легко было, если ты грузинский еврей, у тебя грузинская фамилия, то понятно, что ты представляешься грузином. Если ты бухарский еврей, то ты представляешься узбеком или таджиком, это еще лучше представиться мусульманином, потому что тогда даже твое обрезание не выдаст тебе еврея, потому что и мусульмане тоже делают обрезание. И на территориях, которые нацисты оккупируют, в первую очередь стараются спровоцировать местное население на погром. Скажем так, иногда и провоцировать не надо. Особенно на тех территориях, которые были оккупированы нацистами, оккупированы советскими войсками, вот те самые территории, присоединенные в 1939-1940 годах, где в советских солдатах видят оккупантов, а в евреях видят пособников оккупантов. На самом деле, мы понимаем прекрасно, что далеко не все евреи были в восторге от советской власти, мы уже об этом говорили, но это тоже не ново, что пытаются все преступления с НКВД и коммунистического режима списать на евреев. Так вот, в Литве, в Латвии, в Западной Украине происходят жесточайшие погромы, которые организуют местные националисты, а немцы смотрят и документируют. То есть они видят это, они не прекращают, но с другой стороны, это не их рук дело, а это именно место, как они говорят, это гнев местного населения. В местечках Едвабна и Радзилу, где кроме еврейского населения основная часть нееврейского населения была польская, евреи были полностью уничтожены своими же односельчанами.
были еще населенные пункты, где происходило что-то подобное. Знаем, что, например, страшные фотографии с издевательств над евреями из Львовского погрома. Нацисты не хотели, чтобы эти погромы, стали, скажем так, слишком распространенным явлением, потому что хотели порядка. Да, все должно быть упорядочено. Немцы любят порядок. И еще перед вторжением на территорию Советского Союза были созданы целевые группы Einsatzgruppen, цель которых не воевать, а цель которых это очистить завоеванную территорию от подрывных элементов. Или подробнее, это выявлять и ликвидировать противный комсомольский актив, уничтожить сотрудников НКВД, армейских политработников и офицеров, бороться с проявлениями антигерманской деятельности и, как далеко не первый пункт, уничтожение евреев. Но на самом деле мы увидим, что в основном они будут заниматься именно уничтожением евреев. Потому что если коммунист мог прийти и заявить, что он хочет служить новому порядку, и его с радостью принимали на службу, то еврей, его ничто не могло спасти. Он должен был быть уничтожен только из-за того, что он еврей. Как видите, Einsatzgruppe А действует на территории Прибалтики и потом северо-западные оккупированные территории Российской Федерации. Группа Б в Беларуси, группа С в Северной Украине, группа Д в Южной Украине и потом на Кубани. Уже и как происходит это уничтожение? Например, в Киеве, очень известный документ, воззвание, которое развешено на стенах города в конце сентября 1941 года, то есть через неделю всего лишь после оккупации города, все жиды города Киева и его окрестностей должны явиться в понедельник, 29 сентября 1941 года, к 8 часам утра на угол Мельниковой и Докторивской улиц возле кладбища. Взять с собой документы, деньги и ценные вещи, а также теплую одежду, белье и прочее. Кто из жидов не выполнит этого распоряжения, будет найден в другом месте, будет расстрелян. Кто из граждан, проникнет в оставленные жидами квартиры и присвоит себе вещи, будет расстрелян. То есть здесь все написано. Что надо с собой взять, что произойдет с теми, кто не придет, и что произойдет с гражданами, которые попытаются грабить оставленные жидами квартиры. Тут все написано, кроме одного. А что произойдет с теми, кто придет? Это не написано. Но что приходит в голову людям, которым приказано явиться с документами, деньгами, ценными вещами, теплой одеждой и бельем? Конечно же, их депортируют в гетто. Потому что все знают, что практически везде евреев депортируют в гетто. И поэтому люди идут туда, понимая, что будут депортированы в гетто. А уже там их местная полиция гонит в направлении Бабьего Яра. Там рыть ничего не надо, это естественный овраг. Там их издевают, там их начинают жутко избивать, заставляют их раздеться, гонят группами к краю оврага, и там их расстреливают. Здесь практически всю работу до самого расстрела делала местная полиция, уже расстрел производили немцы. Были места, где всю работу произвела местная полиция, были места, где часть работы по убийству производили немцы, но никогда немцы не обходились только своими силами. В конце концов, солдат в этих Einsatzgruppen было мало. В большинстве мест, да, и вообще мы знаем о примерно 2000 мест массовых расстрелов евреев. При этом в большинстве мест, в Киеве не было создано гетто, в большинстве мест были созданы гетто. Но одновременно с созданием гетто происходит массовое убийство евреев. То есть евреев, с одной стороны, вроде бы как изолируют, так же, как до этого в Польше, запирают в отдельном квартале, таким образом,
сигнали им, что, что вы будете работать на оккупанта, вы будете жить, но при этом значительная часть гонят или под предлогом на работы, или без какого-то объяснения их куда-то угоняют, и там их уничтожают. К концу 41 года, когда Einsatzgruppe рапортовали, сколько евреев уничтожено, то мы видим, что уже к концу 41 года Einsatzgruppe уничтожили примерно 500 000 евреев. Это не считая тех, кто был убит в погромах, не считая тех, кто был убит в других, в кавычках, мелких инцидентах. Те, кто не был уничтожен в 41 году, с весны 42 года начнется вторая волна массового уничтожения, и многие гетто будут уничтожены в 42 году. Некоторые будут уничтожены в 43 году. То есть мы уже видели эту страшную цифру, что количество уничтоженных евреев будет более 2,5 миллиона. Кстати, многие, кто интересовался темой, тут могут возразить, но ведь мы видели в книгах, что написано, в книгах, например, изданных Яд Вашем, что польских евреев было уничтожено 3 миллиона, а советских евреев было уничтожено 1 миллион. Но тут, конечно же, ответ на вопрос, как проводятся границы. Если провести границы так, как они выглядели до 1 сентября 1939 года, то совершенно верно. Советских евреев, тех, которые были граждане Советского Союза до сентября 1939 года, был уничтожен 1 миллион. Но и евреи Западной Украины и Беларуси, к 1941 году это уже советские евреи, и евреи Прибалтики уже советские евреи. И вот если сложить все эти цифры, то вот тогда получится более 2,5 миллиона. Местное население активно участвовало в не только в уничтожении, активно это только полиция. Но самое страшное было, что у тебя нет никакого выхода. Даже если ты прекрасно понимаешь, что евреев гонят не в гетто, а на смерть, спасения не было. Потому что для того, чтобы спастись, надо, чтобы тебя никто не выдал. А шанса практически нет. Дело в том, что вот это вот Бабий Яр, немцы докладывают, что за два дня в Бабьем Яру было уничтожено 34 тысячи евреев. Страшное число. Но предполагается, что в Киеве оставалось под нацистской оккупацией к концу сентября 1941 года оставалось около 70 тысяч евреев. То есть, если 34 тысячи евреев было уничтожено, то это значит, что половина евреев не пришли. Но их очень быстро выводят. Украинская полиция Киева жалуется, что такое количество доносов, что они не могут реагировать. У них нет достаточного количества людей, чтобы реагировать на все доносы. Вот пример доноса, который вы видите здесь. Служба безопасности ОУН во Львове нас уведомляет протоиерей отец Табинский. Наша милиция проводит теперь с немецкими органами многочисленные аресты жидов. Перед ликвидацией жиды защищаются всеми способами, в первую очередь деньгами. В соответствии с информацией отца Табинского, среди наших милиционеров есть те, которые за золото или деньги освобождают жидов, и они должны быть арестованы. У нас нет никаких конкретных данных, но мы передаем вам информации дальнейшего использования. То есть это только один из очень многих доносов. Читать эти доносы – это нелегкая работа. Вот моя коллега Полида Идельсон, которая вот сейчас как раз она работает над папками с доносами, недавно она опубликовала вот такое вот стихотворение по мотивам тех материалов, над которыми она сейчас работает. «Компьютер, друг, ты наконец завис. Но нет, мигнул улыбкой и раскосой, открыл мне ту же папку Ordnungsdienst, это служба порядка, имеется в виду немецкая вспомогательная полиция, и засиял. Опять плывут доносы. Соседка 8 лет жила с жидом. Меня же не пускают в этот дом. После жидов остался огород. Он за долги мне отдан.
а народ оттуда бульбу непрерывно тащит. Ведь только я хозяин настоящий. А я, как пострадав от ихней власти, хочу донесть, вернее, почту за счастье, вам сообщить. С квартиры тех же дом мы взяли лишь мужчинское пальто, три пары брюк, что не забрал тот жид. Ведь это мне теперь принадлежит. Соседка, хоть и православной веры, но из жидов. Все здесь, примите меры. Страница 700. Все разные чернила, стиль, грамотность. Я вас не утомила. Сейчас его закрою. Саблю в ножны. Экран погас. Но тошно. Очень тошно. В те евреи, которые не были уничтожены сразу, были депортированы в гетто. Больше всего гетто создается в районах Западной Украины, Западной Белоруссии, Прибалтики. Но и в Восточной Украине, например, на короткое время евреи Днепропетровска депортированы в гетто, евреи Харькова депортированы в гетто. Эти гетто будут уничтожены в течение месяца-двух. На территории Российской Федерации Смоленск, Калуга, еще несколько десятков мест создаются гетто. Они небольшие, потому что евреев там было не так много, действительно, оттуда большая часть евреев да успели бежать. Но кто не был бежать, были депортированы в гетто. В гетто евреям приказано создать еврейские советы юденраты, которые ответственны перед нацистами за все, что происходит. Например, главу Калужского юденрат его избивали, когда он сначала не был готов докладывать, что главный жид Калуги явился. Евреев используют для принудительных работ, как правило, тяжелых и грязных, держат получать еды очень, очень мало в гетто. Труд евреев эксплуатируется для максимального обогащения нацистов и максимальной пользы для немецкой армии. И это создает у евреев ощущение, что труд спасет. Недаром родится лозунг в Лодзе, что пот вместо крови. Лучше проливать свой пот, ведь немцы, мы знаем, что они логично мыслящие люди, и война требует максимальной мобилизации ресурсов. Поэтому, если мы хорошо работаем, то это гарантия того, что мы останемся в живых. Безусловно, никто не упрекает за это узников гетто, потому что все работали на немецких оккупантов, и местное население оккупированных территорий все, и Советского Союза, и всей Европы работало, потому что кто не работает, тот действительно не ест там. И военнопленные выполняли все те работы, которые им было приказано выполнять, и евреи. Но ужас ситуации заключается в том, что для нацистов уничтожение евреев, оно превыше всего. То есть это, если бы нацисты пользовались хоть жестокой логикой, то гораздо больше евреев бы выжили, потому что уничтожать людей, которые действительно работают для твоей экономики, для твоей армии, это губительно для армии, это губительно для экономического состояния Германии. Но для нацистов важнее было уничтожить евреев, чем их эксплуатировать. Но это очень трудно было понять. Поэтому, например, руководство евреев гетто, как правило, очень отрицательно относилось к подпольщикам. Поскольку все прекрасно знали, шанс нанести какой-то вред немцам, он минимальный. А то, что в результате того, что кто-то пытается нанести вред немцам, все погибнут, это очевидно. Немцы очень быстро дали понять, что такое коллективная ответственность за любого убитого
Я не говорю только о гетто, я говорю, в принципе, на оккупированных территориях Советского Союза расстреливались сотни заложников за любого убитого немца, тем более в гетто. Но при всем при этом возникают подполья, например, в Вильнюсском гетто. Молодежью руководит Ава Ковнер, вот его фотография. И первое воззвание, зовущее население гетто к сопротивлению, то есть первое вообще на территории, на всех оккупированных нацистами территориях, это вот это воззвание, которое распространили 1 января 1942 года в Вильнюсском гетто. Нас не поведут как скот на бойню. А потом евреи будут обвинять, что они шли как скот на бойню. Но здесь именно лозунг подчеркивает, нет, нас не поведут как скот на бойню. Еврейская молодежь не давай сбить себя с пути. Из 80 тысяч евреев Вильнюса, Литовска, Иерусалима осталось всего 20 тысяч. И перечисляются все те акции, когда людей жестоко арестовывали и уводили. И оставшиеся надеются, что они арестованы, они находятся в лагере, их используют для каких-то работ, но Аба Ковнер категорически говорит правду. Их убили в Панары, а Панары – это смерть. Панары – это место массового расстрела евреев в Вильнюсе и окрестностей. И тут вот подчеркнута вот такая вот пророческая фраза. Гитлер намерен уничтожить всех евреев Европы. Евреям Литвы суждено стать первыми на этом пути. То есть это действительно непонятно, как он приходит к такому... У него нет информации. И это нелогично, но так оно и есть. Действительно, то, что происходит, это массовое уничтожение евреев Европы, и евреи Литвы, они первые. И он это понимает. И поэтому, поскольку все равно осуждено умереть, не будем овцами, покорно идущими на убой. Правда, мы слабы и беззащитны, но сопротивлением должно стать единственным ответом врагу. Братья, лучше погибнуть свободными бойцами, чем выжить по милости убийц. Сопротивляйтесь до последнего вздоха. Конечно, когда ты молодой, горячий, тебе легко так призывать всех умереть. Но когда у тебя семья, жена, дети, за которых ты отвечаешь, при том, что ты понимаешь, что никакого реального вреда ты немцам нанести не можешь, конечно, подавляющее большинство жителей гетто не откликнулись на этот призыв, и подпольная организация была небольшой в Вильнюсском гетто, но подпольные организации были не только в Вильнюсском гетто, но и во многих других гетто. И многие евреи бежали в гетто и присоединялись из гетто и присоединялись к партизанам. Понятно, что восстание в гетто означало конец. И поэтому, когда могло вспыхнуть восстание, как правило, когда все уже понимали, значительная часть евреев понимали, что да, сегодня или в течение ближайшего времени мы так или иначе будем уничтожены. Шансов уже никаких нет. Все знают, слышали о восстании в Варшавском гетто, но важно подчеркнуть, что восстание в Варшавском гетто это не было единственным восстанием в гетто. Мы знаем о примерно 15 восстаниях в гетто. Кроме этого, было еще два восстания. Три восстания. Да, в лагерях смерти было восстание в Собиборе, восстание в Треблинке и восстание Зонгеркоманду в Освенциме-Биркенау. То есть его говорят примерно о 20 восстаниях. И здесь перечисляются известные нам восстания в гетто. Большая часть из них это на территориях Украины и Беларуси, ну, остальные Польши, да, то есть Слоним, Клёцк, Несвиж, Мир, Вахва. В небольших гетто, как правило, если очевидно, что вот сегодня это уже каратели, которые пришли, чтобы уничтожить всех, и если к этому моменту существует какая-то подпольная организация, которая смогла накопить какое-то хотя бы холодное оружие, то предпринимается отчаянная попытка прорваться, в которой нескольким десяткам из сотен тысяч удается прорваться. Иногда, как это было в мире, если есть кто-то, кто помогает, например, вот этот вот
интересная личность, Шмуэ Руфайзен, который притворяется немцем. Он не отсюда. Он у немцев работает переводчиком в качестве немца. И он прекрасно может оставаться переводчиком и свою жизнь спасти, потому что никто его не подозревает, что он еврей, но он рискует собой, чтобы помочь братьям, и он, зная, что сейчас уже каратели прибыли, чтобы уничтожить гетто, он фабрикует приказ солдатам отправиться в определенное место, чтобы там перехватить партизана. Это место находится как раз в противоположном направлении по отношению к тому направлению, куда убегают евреи гетто, когда солдаты уходят. И благодаря этому достаточно большое количество евреев этого гетто, они смогли бежать и присоединиться к партизанам. Что касается партизан. Исследователи говорят от 20 до 30 тысяч евреев, воевавших в партизанском советском движении. Это много, но, с другой стороны, можно сказать, что мало, ведь мы знаем, что евреев все-таки было гораздо больше, которые были в гетто. Почему же все евреи не пытались бежать, присоединиться к партизанам? Ответ, да потому что все прекрасно понимали, что партизаны, даже при том, что они воюют против немцев, среди них немало антисемитов, и все предрассудки, стереотипы, что евреи плохие солдаты, евреи трусы, они многие считают, что это истина. И были случаи, когда это был молодой парень, который может быть хорошим бойцом, и он парень-еврей, который убегал в лес, чтобы присоединиться к партизанам, этот парень исчезал бесследно. И никто не может рассказать, что с ним произошло. Но даже если эти партизаны, они готовы принимать евреев в отряд, кого они готовы принимать в отряд? Они готовы принимать в отряд только тех, кто может воевать. Никому в отрядах не нужны старики, дети, больные. Лес для того, чтобы воевать против оккупантов, а не для того, чтобы там спасаться. Понятно, что партизаны, чтобы выжить, им нужна поддержка местного населения. Еду они получают от местного населения. Чем больше партизан, тем тяжелее местному населению. Чем тяжелее местному населению, тем больше оно ненавидит партизан. И больше людей попытаются сделать все, чтобы немцы партизан уничтожили. Поэтому выживаемость партизан зависит от того, чтобы их было не слишком много. И поэтому на евреев, которые в лесу спасаются, на них смотрят, мягко говоря, косо, если они не воюют. Потом, конечно, когда в 43-м году, когда уже начнут сжигать белорусские деревни, те, которые сочувствуют партизанам, тогда уже появятся и белорусские семейные лагеря. Но в 42-м году семейные лагеря не только еврейские. И партизанское движение смотрит на них очень косо. Вообще партизанское движение смотрит косо на попытки евреев создать свои национальные отряды. Ведь партизанское советское движение, оно организовано по территориальному признаку. А если это Литовская Советская Социалистическая Республика, то здесь Литовское партизанское движение. Если это Белорусская Советская Социалистическая Республика, то это Белорусское партизанское движение. А еврейской автономии здесь нет, поэтому еврейских отдельных отрядов здесь быть не должно. Но евреи-то понимают, что чтобы выжили семьи, они должны создать именно еврейские партизанские отряды. Там все прекрасно понимают, что единственный шанс для евреев выжить это в лесу, в семейных лагерях. Из семейных лагерей особенно известный и удачный это отряд братьев Бельских. Вот эти вот три брата Бельских. Справа это старший Тувия, слева это Зюс. Вернее, второй посередине Зюса, слева Саэль, был еще
Арончик, которому было 12 лет. Вот эти четыре брата выжили, в то время как их родители и другие братья и сестры были уничтожены в гетто. Они убегают в лес, создают сначала небольшой, мы говорим, на район Новогрудка в Беларуси, создают небольшой партизанский еврейский отряд, в котором значительная часть это так или иначе их родственники или друзья. Но потом они начинают принимать всех, и командир Тувия Бельский, он однозначно говорит, что мы должны спасать евреев. Это самое главное. Главное – это не воевать, главное – спасать евреев. Это наша задача. Понятно, что если они не будут воевать, то партизанское движение не потерпит их существование. Ведь партизанское движение, оно само кормится с деревень. Но если здесь же в лесу называется кто-то, кто не относится к этому официальному партизанскому движению, то его называют грабителем, и сами же партизаны его уничтожат. Поэтому нужно доказать свою нужность для партизанского движения. Так вот, Туве удается убедить местного командира партизанской бригады, что это совсем не иждивенцы. Это тыловая база в лесу. То есть те, кто не выходит на боевые операции, но они все, кто могут, они шьют для партизан одежду, они чинят им обувь, они чинят им оружие, они изготовляют мыло. Врачи, которые здесь находятся, и медсестры оказывают медицинскую помощь всей партизанской бригаде. То есть так их воспринимают. При этом они должны были очень жестко всегда реагировать на антисемитизм, потому что все партизанские отряды, мы говорим и отряд Бельского, и отряд Шимона Зорина, и все другие, они докладывают о том, что при том, что вроде бы воюют против общего врага, но время от времени возникают антисемитские эксцессы, и чтобы выжить, надо реагировать крайне жестко. И вот одно из свидетельств о отряде Бельских, как раз боец отряда Зорина, он свидетельствует о отряде Бельского. Никто из местных партизан не рисковал связываться с отрядом Бельского. Ведь еврейский отрядник никому ничего не прощал. И мог, если нужно, в мгновение поставить под ружье 1500 безжалостных бойцов и вступить в бой с любой советской бригадой при малейшем намеке на агрессивный выпад в свой адрес. Интересно, что официально у них там все, как в любом партизанском подразделении, комиссары и прочее, но тот же свидетель говорит, комиссары в отряде Бельского были всего лишь частью общепринятой декорации, и не более того. И хотя Тувия Бельский умел поддерживать хорошие ровные отношения со всеми партизанами в округе, его боялись. Но здесь с точки зрения евреев, которые выжили и могут и свидетельствовать, есть свой фильм. Во-первых, есть художественный фильм, который я рекомендую. На русском он называется, кажется, «Сопротивление». Голливудовский фильм, где тот же самый актер, который играет Джеймс Бонда, он играет Тувию Бельского. Конечно, фильм не может быть точным, но я советую его найти и посмотреть. «Defense», по-моему, его название на английском. И он достаточно правильно показывает все эти дилеммы, которые стояли перед еврейскими партизанами. Но есть и документальный фильм, и там евреи рассказывают, что это был штетл. В лесу было еврейское местечко. Даже евреи, которые молились и учили Тору и Талмуд, там были. В этом местечке один раз их застукал приехавший командир бригады, и Тувия Бельский сказал, что эти старики сидят вокруг стола и учат манифест коммунистической партии. Так вот, поскольку в отряде Бельского выжило больше, чем 1200 евреев, большинство из которых не были бойцами, выходившими на операции, поэтому снят фильм, потому что все-таки в Голливуду нужен хэппи-энд. И стоит посмотреть фильм, но при этом надо понимать, что очень многие семейные лагеря
они были уничтожены до последнего человека, потому что в тот момент, когда немцы проводили карательные операции против партизан, семейные лагеря, которые обладали меньшей подвижностью по отношению к небольшим боевым группам, как правило, они были первой жертвой. И поскольку я немало говорил о тех местных жителях, которые активно были пособниками уничтожения евреев, нельзя не сказать о тех местных жителях, которые рисковали собой, чтобы спасти евреев, тех, кого называют праведники народов мира, хасидей умот олам. Как мы знаем, Яд Вашем поставил своей задачей найти всех, кто спасал евреев. Это, кстати, определенная особенность, да, нашего подхода, потому что иногда с евреями спорят, да, что вот смотрите, почему вы так говорите об особенном, что только вы пережили такую катастрофу. Например, турки жестоко и массово уничтожали армян во время Первой мировой. Но отдельно мы сейчас не будем обсуждать тему, аналогично или не аналогично было то, что нацисты и их пособники делали по отношению к евреям, и то, что турки делали по отношению к армянам. Но я, например, никогда не слышал, что есть, может быть, если я ошибаюсь, то я буду рад, что меня поправят. Есть ли какой-то, например, армянский проект найти всех турок или других не армян, которые спасали армян во время Первой мировой? Я уверен, что такие были. А у нас даже в этом океане ненависти мы пытаемся разглядеть все очаги человечности и героизма и найти всех, кто спасал евреев. Но при этом есть четкий критерий, что человек должен был действовать, основным мотивом для него было не денежное вознаграждение, которое он получит, или не другая выгода, то есть, например, там, спасти ребенка с явной целью его крестить, или там, спасти девушку, чтобы с ней сожительствовать. А основная цель это именно само спасение, а не выгода, которую заодно человек получит. Чтобы существовала реальная опасность для спасавшего его близких. И что есть свидетельство. Не просто кто-то пришел и рассказал, я спас еврея, а что должно быть свидетельство, которое это подтверждает. И мы знаем, что на территориях Советского Союза, на территориях Польши отношение к тем, кто помогает евреям, было самым жестоким. Если на территории Западной Европы тот, кто спасает еврея, попадет в концлагерь. На территориях Советского Союза, на территории Польши, кто спасает евреев, убивают его и всю его семью. Это не была пустая угроза. Все прекрасно знали, что это происходило. Убивали человека и всю его семью. Сколько же таких найдется, чтобы спасать евреев? Всего, кстати, во всех оккупированных странах общая цифра, которую Яд Вашем до сегодняшнего дня нашел примерно 28 тысяч праведников народов мира. Обратите внимание, 28 тысяч. Все прекрасно понимают, что истинное число, оно гораздо больше. Потому что те, кто спасал евреев, скрывали это во время войны и скрывали это и после войны. Не везде скрывали одинаково. То есть, например, в Голландии там власти поняли после войны, что чтобы спасти престиж голландской нации, нужно наоборот всех, кто спасал евреев, о них рассказать, их пересчитать, посказать, смотрите, как много голландцев помогали евреям. А вот на территориях Советского Союза спасение евреев это не было что-то, поскольку, в принципе, мы знаем прекрасно, что завуалировалась особая жестокость по отношению к евреям. И мы знаем, что даже на местах массового убийства евреев писали, что здесь были расстреляны мирные советские граждане. Также те, кто именно спасал евреев, не получали никакой награды. И очень многие из них умерли без того, чтобы их история стала известна. И поэтому
именно территории Советского Союза. Это очень большой вопрос, сколько же праведников народов мира было. И очень многие истории, которые могли стать символом, известны всему миру, они остаются малоизвестными. Я хочу закончить только одной такой историей, из многих, которые хотелось бы рассказать. Это Николай Киселев. Николай Киселев, уроженец Башкирии, закончивший институт в Москве, мобилизованный в начале войны, ставший политруком, попавший в плен, бежал из немецкого эшелона, который вез пленных, и оказался в Беларуси. Там он присоединяется к партизанам. И этот отряд находится в районе местечка Долгиново. Вот слева Николай Киселев, так он выглядел в начале войны. В Долгиново проживало более 3000 евреев. То есть евреи – это была основная часть населения Долгиново. К лету 1942 года почти все они расстреляны, но более 300 смогли убежать в леса. Из этих, которые смогли убежать в леса, молодые присоединились к партизанам, но остальные, это подавляющее большинство, примерно 270 человек, они, вот именно этот балласт, который партизанам не нравится, который находится в лесу и который надо кормить, и просто путаются под ногами. Но здесь происходит то, что, к сожалению, в других местах не произошло. Командир местной партизанской бригады, он заявляет, что этих евреев надо отсюда увезти. Надо их попытаться перевести через линию фронта. Первые два командира, которым командир предлагает, но, видимо, ненавязчиво, не согласишься ли ты увезти евреев, они решительно отказываются. А вот Николай Киселев, когда он получает этот приказ, то он соглашается. Ему дают еще то ли 6, то ли 7 партизан вместе с ним. В качестве сопровождающих. Он командир. Среди этих партизан одна девушка. И вот они ведут 270 евреев. Подавляющее большинство это женщины, дети, старики, к линии фронта. Что значит к линии фронта? Вот оно, Долгиново, видите? Севернее Минска. А линия фронта находится в районе, вот там, в районе Усвяты, в районе Суража. Там она находится. То есть, а почему именно туда? Потому что там так называемые Сурожские ворота. Дело в том, что создалась такая ситуация. К весне 1942 года там стабилизировалась линия фронта после советского контрнаступления. И там был стык группы армий Севера и группы армий Центра. И поскольку там болото, то и понятно, что ни немцы там не могут наступать, ни русские там не могут наступать, то было примерно 40 километров, где линии фронта практически не было. И вот это партизаны обнаружили, и это место стало использоваться для того, чтобы там переходить с территории, оккупированной немцами, на территорию, которую удерживают советские войска. То есть использовалось для того, чтобы к партизанам шло подкрепление, боеприпасы, чтобы там детей вывозили с территории Белоруссии. И вот туда, поскольку партизаны об этом знают, туда отправляется как раз Николай Киселев с евреями. Но что значит? Это по прямой это 330 километров. Но никто же не идет по прямой. Блуждает по лесам, нужно обходить деревни, нужно обходить немецкие гарнизоны, нужно обходить полицейские станции. Они не могут идти слишком быстро, и
достаточно быстро они попадают в засаду и теряют около 50 человек, но при этом продолжают путь. Продолжают путь. Ночью идут, днем партизаны идут в деревни добывать еду, и сами понимаете, если это как бы свои партизаны, им еще дают, но когда какие-то пришлые партизаны, которые еще, а еще и суп, что еда для евреев, вы понимаете, как неохотно им дают еду, и, как, и какие надо усилия предпринимать, чтобы кормить эту ораву людей. Среди этих людей есть, например, девочка Берточка, которая все время ревет истошно, и только из-за этого все они могут погибнуть. И уже, в общем-то, очень многие намекают, что от этой девочки надо избавиться, но Николай Киселев не готов, он ее несет сам на руках. Есть инвалид, которому Киселев дает свою лошадь, чтобы инвалид не отставал. То есть делает усилия спасти даже людей, которых, может быть, для спасения большинства правильно от них избавиться. Все прекрасно понимают, что если Киселев и его бойцам надоест сопровождать евреев, то для них проще простого. Сами понимаете, молодые, здоровые ребята в любой деревне их с радостью спрячут, и они остаются только ради того, чтобы спасти евреев. Сами они с этого ничего не имеют. И вот они идут 3 месяца. Надо спешить, потому что выше этого августа, это уже октябрь. Октябрь – это холодно. Как вы сами понимаете, зимняя одежда на деревьях в лесу не растет. Они просто вот-вот замерзнут в лесах. И вот только в октябре им удалось перейти линию фронта. 218 человек он вывел, Николай Киселев. Первое, что произошло, его, конечно же, арестовала советская контрразведка. Но тут евреи бросились, да, узнали вовремя сразу же, что вот он арестован, и его обвиняют в дезертирстве, шпионаже, чем угодно. Бросаются, и все дружно свидетельствуют за него и, по крайней мере, спасают ему жизнь. Есть версия, что он был представлен как герой Советского Союза, но документы потерялись. В результате он получает всего лишь денежное вознаграждение, он и его бойцы. В конце концов, ничего особенного он не сделал. Подумаешь, вывел 218 евреев. Он женится на той девушке, партизанке, которая была вместе с ним. Живут в Москве, он умирает в 1974 году, вот видите, семья Киселевых, его сын и дочь. И только в 2005 году сотрудница белорусских архивов находит документ, вот Инна Герасимова находит документ вот, о награждении денежной премии от 400 до 800 рублей партизан под руководством Киселева за вывод из немецкого тыла 210 еврейских семей. Ну, на самом деле это не еврейских семей, там 218 евреев. Есть список. Поименный список Киселева, понимаете? Все знают про список Шиндлера. Символом мог бы быть список Киселева. Сам Киселев умер в 1974 году. Когда вот этот факт стал известен, то его дочь Татьяна была приглашена в Яд Вашем, и ей была вручена грамота, что ее отцу присваивается звание праведника народов мира. С одной стороны, это история, которая, безусловно, хорошо бы, чтобы они знали больше. С другой стороны, этот случай показывает, что если бы больше было партизан, которые вот так вот поставили бы своей целью помочь евреям, то, безусловно, было бы больше евреев, которые смогли бы выжить. Ну что ж, друзья, я думаю, что на сегодня больше информации уже давать нельзя. Огромное спасибо за внимание. Готов ответить на ваши вопросы, если хотите. Или послушать, кто-то что-то хочет дополнить, наоборот, о чем я не сказал или сказал неправильно, или надо было еще этот момент отметить. Буду рад вас услышать. И, народ, в оставшиеся пару минут можно задать вопросы, пожалуйста. Или что-то сказать свое. Да. У меня такой вопрос, если можно. Да. Я не совсем уловил.
логики вот в одном очень важном вопросе. Вы говорили, что немцы, значит, попав на Восточный фронт, у них была задача уничтожать евреев как носителей коммунистической идеологии. И, значит, поэтому, значит, вот здесь связка у меня как-то не получается. Значит, отличается то, сколько погибло евреев в Западной Европе и в Восточной Европе. Значит, получается, что население Восточной Европы как бы приняло именно ту точку зрения, которая была у немцев, что она их как бы послушала. Мне кажется, это очень странно. То есть мне, по-моему, дело в том, что здесь просто были другие традиции в Восточной Европе, то есть, которая была славна своими антисемитизмом вообще и погромами. И то есть фашисты, придя, значит, в нее, просто здесь получилось просто совпадение интересов антисемитических и этого населения, и самих фашистов. То есть, очевидно, в Восточной Европе, может быть, это было из-за советской власти, а может быть, это было и до этого, потому что всегда были погромы, и всегда был антисемитизм в Восточной Европе. То есть тут население более варварское было по отношению к населению Восточной Европы. И это одна из причин того, почему здесь как бы фашистам удалось уничтожать очень много евреев. То есть, потому что были сами по себе антисемиты, и им только, значит, дали еще возможность под прикрытием немцев уничтожать евреев. Вот. Ну, во-первых, то, что вы сказали, ни в коем случае не противоречит. То есть вы начали с того, что почему евреи, именно антисемитизм, он это заставлял видеть во всех евреях носителей коммунистической идеологии, то есть той идеологии, которую ненавидели, поскольку трезвый и беспристрастный взгляд на евреев сразу показывает, что и большинство евреев на самом деле коммунистам не сочувствовали. Многие евреи тоже подвергались тем же самым репрессиям, что и все другие части местного населения. То есть евреев было больше среди жертв, чем среди палачей. Но при этом стереотип видел во всех евреях, то есть я говорю именно о тех, кто не любил коммунистическую идеологию, во всех евреях видели носители этой идеологии. Совпадение. Антисемитизма, да, что, ну, понятно, конечно, это играет роль. Плюс, как я сказал, то, что здесь не стеснялись убивать евреев прямо на месте, в то время как из стран Западной и Южной Европы евреев депортируют, чтобы уничтожать именно поэтому. Здесь их можно уничтожать прямо на месте. Да, именно потому, что само население, значит, воспитано, так сказать, в кавычках, еще со времен царской России, вот, быть антисемитами. То есть это некое более варварское население по сравнению с населением Западной Европы. Ну, и в принципе жесток, то есть то, что власти жестоки здесь, скажем так, население и больше, к сожалению, привыкло к тому, что власти жестоки, что эта жестокость, она направлена по отношению, и в этом смысле как раз даже в Советском Союзе одна из вещей, которая отмечает, что процент праведников народа мира, при том, что он, как я сказал, вопрос сколько, но все-таки все замечают, что в Польше праведников народа мира было больше, при том, что в Польше тоже был страшный антисемитизм, но при этом было больше людей, которые были готовы рисковать собой и своей семьей, да, для того, чтобы спасать евреев. И одно из объяснений, которое дается, почему на советских территориях их было меньше. Одно из объяснений, что на советских территориях люди привыкли к тому, что репрессии обрушиваются на какую-то категорию населения, и ты ничего не можешь сделать, лучше просто отойди в сторону, чтобы не попасть под раздачу. Да? То есть это могут быть дворяне, это могут быть враги народа, но в тот момент, когда решено какую-то категорию уничтожать, то тебе лучше не вмешиваться. Окей. Можно даже не то чтобы вопрос,
Мне кажется, вот то, что ты рассказал, во-первых, это потрясающий документ, это потрясающее как бы изложение. Я как бы не первый раз слышу, вот есть потрясающий тоже проект Бориса Мавцира «Неизвестная катастрофа», это как бы известно. Но вот мне кажется, поправь меня, если я не прав, такая менее исследованная тема, может, она не ложится 100% на как бы вот нарратив, адженду Яд Вашема, да? Мне кажется, два. Первый – это как бы религиозная хавая или хавая религиозного человека, руководителей общин, раввинов, в смысле религиозных, во время катастрофы. Наверное, это меньше имеет отношение к Советскому Союзу, да, правильно, потому что там как бы, ну, вообще это было меньше, это больше относится, может быть, к Польше, да. Вот эта вот дикая дилемма, вот эта вот составляющая, которая не была у людей, которые не были религиозными, которые не были в общинах, это первая вещь. Я практически знаю только единственную книгу, которая, ну, как бы, «Бдиават» осмысляет Леза Берковича, известная книга, как бы классическая стала «Вера после катастрофы», да. И вторая составляющая, которая тоже, наверное, меньше имеет отношение к Советскому Союзу, а именно палестинофилы, сионизм, и вот все это переплетение, почему народ не ехал, как реагировали раввины, этот вот весь узел, который не напрямую связан с тем, что ты рассказывал, а именно механизм уничтожения, а как бы с точки зрения, ну вот, мабат иудипнима, еврейский как бы взгляд внутри. Вот это, мне кажется, была бы потрясающая, ну вот, одно или два направления, которые мне, во всяком случае, они мне менее известны. Ну, это тема, которую мы сегодня... Это одна из тех многих тем, которые мы сегодня затрагивали совсем. Да, то есть, например, там другая тема, которую я совсем не затронул, это там участие еврея в советской армии и так далее. Да, хотя тоже можно было упомянуть, но я не упомянул. Вот, ну а эта тема, ну, с одной стороны, тоже надо подчеркнуть, что, конечно же, на территориях, старых территориях Советского Союза не было уже еврейских общин, и там было меньше религиозных деятелей, раввинов и так далее, которым можно задавать такие вопросы. А с другой стороны, опять же таки, в 41-м году к советским евреям не по своему желанию относятся, например, еврейство Литвы с Раом Грудзинским и так далее, да, то есть все эти величайшие раввины поколения, которые были в Вильне и так далее, они в этот момент тоже относятся к этой категории советских евреев, они находятся в вильнюсском гетто. И есть, как известно, этот ответ, книга «Мима Амаким», да, из вильнюсского из Вильнюса, из Ковна, да, Ковна, да, Слободка и так далее, тоже они находятся под нацистской оккупацией, но это тоже отдельно нужно проанализировать, кто написал, что написал, и ответы будут очень разные, как реагировать. И можно да, ли мы, смотри, мы изучали книгу с Раом Зеев Мешка «Эма Баним Смеха» Рава Тетенбойма, который просто из как бы пожара, катастрофы, находясь на пороге смерти, он погиб, он написал просто, ну, как бы, исповедь религиозного человека раввина о том, что... Насколько... Да. Ну, это не единственный, да, то есть он один из немногих, кто свое мировоззрение изменил в результате Холокоста с антисионистского на сионистское. Но большинство, скажем так, антисионистов остались антисионистами, большинство сионистов остались сионистами, коммунистов коммунистами. Окей. Мне кажется, еще вот последнее, что я хотел сказать, потрясающая тема, которая, ну, вот только где-то отголоски какие-то мы знаем, в том числе вот эта вот книга, которая вышла, к сожалению, я забыл ее имя, литовская, по-моему, да, это коллаборационизм во всей сложности этого явления, начиная от того, что вот у нас просто в нашей общине есть люди, которые рассказывали, Любу Муску, который отец был в Литве, просто в деревушке, и как в один прекрасный день люди, которые жили рядом с тобой,
Они просто встали, поднялись, они убили всех евреев. Просто. И это невозможно себе представить. И вот это вот идея. Да. Рута Ванагайте, ее имя. Да, правильно, очень правильно. Да, и вот это, конечно, тоже. То есть еще темы, которые, ну не то чтобы копать и копать, но которые, понятно, очень болезненные. И не всегда, как бы, я не знаю, политики, либо люди, стоящие во главе, как бы, я не знаю, государство хотят этим заниматься, но это чрезвычайно важные темы человеческие, которые важны для людей, для, как бы, для человечества, чтобы понять, как это было и чтобы это не произошло. Ну да, ну тут интересно, что на самом деле все это известно, да, то есть, но как бы у нас то уже было сказано, это Рута Ванагайте, ее сила ее книги, потому что это пишет именно литовская женщина. Да, конечно. А то, что это уже сто раз было написано в книгах, изданных в Израиле. Да, конечно. Да, понятно, что это в основном это надо как бы для народов мира, для евреев понимать нечего, их уничтожали. Да. Это переворот, такой самый удар по самому больному месту, потому что это говорит. Потому что это написано на литовском языке для литовцев. Вот конечно, 100%. Скажем, тут вдруг с удивлением обращаешь внимание, что именно в нацистской Германии там после войны прошел процесс денацификации. И именно там, то есть немцам как раз не существует уже проблемы сказать, что вот да, наши предки совершили такие страшные дела. У них тут тоже был процесс, не сразу они стали, но к нашему дню это уже однозначно. В то время как на территориях Восточной Европы, да. Поскольку... видят себя жертвами, то они готовы признать, что на самом деле были не только жертвами, но и палачами. Да. Вот было письмо, все время же как бы каждый год какие-то новые документы. Вот я видел просто в Вайнете было сообщение, и там факсимилия Эспеда, который Бен-Гурион к смерти, я могу ошибиться, слегка, могу ошибиться, по-моему, Билли Бранта, то есть немецкого президента. И он говорил, что это тот, который именно тем, что раскапыванием как бы этого, он попытался или поднял немецкий народ из пучины нечеловечности и всего. Да, вот это Эспед Бен-Гурион. Да, потому что вот такой процесс, да, и что к сожалению, произошел не везде. Да. Можно добавить, коль процесс денацификации, он не совсем так, как вы думаете. Где-то полтора года назад вышел отчет по просьбе германского правительства, было проведено исследование. Вот сейчас многие говорят, что есть нападение на евреев в Германии, там 5-10, что могут какие-то мусульмане, мигранты, которые приехали туда, они мешают. Отчет показал, что это совсем не... Что... Дело в том, что когда говорят о денацификации, немцы говорят, что мы пострадавшая страна, что нас бомбили, убивали, насиловали, из нас изгнали из наших земель. И они делают упор на это дело. Более того, у многих там еще эти обмундирования вермахта, у многих висит у себя в шкафах. Поэтому это дело в том, что эта книга, она опубликована, она находится даже в сети, можете посмотреть там. Это, в общем-то, весь процесс денацификации оказался, в общем, такой... Филькина грамоты, к сожалению. Я не думаю, кстати, но это сложный вопрос. Понятно, что есть цифры туда и сюда. Но я не думаю. Та же самая Меркель, если ты посмотришь на ее поведение, она видно, что для нее это чрезвычайно важный вопрос был, ее отношение к Израилю. То, что есть нацисты, то, что есть люди, молодежь, которые это им пофигу, это очевидно. Но мне кажется, в целом это да, процесс. Один человек писал, это группа людей, которая обследовала еврейское население. Причем люди ходили и рассказывали, как они сегодня живут в Германии. И там это самый отдельный такой отчет, который 3 года составлял. Как-то, не знаю, мне трудно. В Германии мне трудно. Мы не видим, например, что есть попытки назвать... Согласен. Именами... людей. Это не Украина, да. Назвать их шахидами. Их шахидами никто не называет, правильно? Вот, все-таки. Я хочу еще добавить, что... Это мнение, скажем так, тех, кто считается изгоями.
кроме официально. Я хочу добавить, что во Львове это единственное место, где лагерь находился с евреями на территории города. Люди туда ездили, эти местные эти националисты, на трамвае, как на работу. К сожалению, не единственное место, когда я побывал в Майданке, то я удивился, что это окраина города. Там тоже, хорошо, город был немного дальше. Но этот страшный Майданок, это тоже на самом деле, вот он, да. Освенцим находится совсем рядом с Освенчим, собственно говоря. Освенчим, да. это... Варшавское гетто. Да, Варшавское гетто, послушай, в потрясающем еврейском музее в Варшаве меня потрясла одна из вещей, когда там просто показывают фотографии, да, вот у тебя еврейское гетто, ты все знаешь, что происходит в гетто, а вот рядом с ним за забором, это нормальная жизнь. Люди стоят там в платьях, женщины, девушки, трамваи ездят, вообще просто совершенно, понимаешь? Окей, так что это да. Трамвай, между прочим, проходил через территорию гетто, потому что это был квартал, и никто не менял маршруты трамваев. Просто евреи не имели права садиться в эти вагоны, но вагоны проезжали через территорию гетто, поскольку да. никто... Но люди жили своей жизнью. Жили своей жизнью. Окей. Просто, конечно, это огромная тема. Огромное тебе спасибо за то, что ты как бы рассказал, и все. Очень много фактов, очень просто фантастика. Да, Гриша поднял руку, пожалуйста. Гриш. Очень коротко, если можно. Есть информация о каких-то различиях вот между вот этими советскими республиками, допустим, три прибалтийские, Украина, Беларусь, об уровне коллаборационизма? Скажем так. Или наоборот, об уровне помощи евреям? Скажем так, уровень коллаборации, он был больше там, где было больше свое, скажем так, национальное самоопределение, да, то есть Прибалтика, где они справедливо себя видели жертвами советской агрессии, соответственно, в немцах видели союзников. То же самое Украина, где мечтали о независимости. Там было больше активное сотрудничество. В то время как в Белоруссии была коллаборация, но более такая пассивная все-таки. Там, например, если мы видим литовские, латышские батальоны, которые участвуют в уничтожении евреев не только на территории Прибалтики, но и на территории соседней Беларуси. Причем они действуют так жестоко, что их немцы иногда просят убрать, потому что то, что они делают, сами немцы не готовы видеть. Украинские подразделения действовали не только в Украине, но и во многих других местах. Охрана лагерей уничтожения, подавление восстания в Варшавском гетто. И их много использовали в той же самой Беларуси. Как скажешь, кстати, борьба против партизан. То в Беларуси люди шли служить в полицию, но не было такого, в общем-то, вот, того, что я перечислил. Спасибо. Окей, давайте я предлагаю на этом как бы закончить, правильно, потому что у нас есть некоторые временные рамки. Еще раз большое спасибо Ицхаку, было, на мой взгляд, потрясающе интересно. Спасибо за внимание, понимаю прекрасно, что я не исчерпал. Да, 100%. Есть какие-то вещи, которые... Мне кажется, что это пшито просто, очевидно, что эта тема важна как бы для всех, грубо говоря, прежде всего для евреев. Значит, когда-нибудь еще вернемся. Окей. Спасибо за внимание. Современное государство Израиль невозможно себе представить без темы катастрофы. Прожив здесь 30 с гаком, так говорят, лет, для меня это совершенно очевидно. Это не просто День Победы или там еще что-то. Это совершенно... Более того, хорошо это или плохо, но в нашем очень раздробленном обществе это одна из немногих тем, по отношению к которой существует широкий консенсус. 100%. 100%. Все, Шеркоаханат. Спасибо. Беседа, если храм Барух. Будем продолжать. Спасибо всем, счастливо, до свидания.